Друзья, всем привет! Я рад вас приветствовать на своем канале. Я буду стараться делать коротенькие видео, чтобы вас не утруждать и было приятно смотреть. Но взамен я прошу, чтобы вы просматривали до конца, ставили лайки, там, если будут вопросы, задавали, вот, подписывались, ну, чтобы была какая-то обратная связь. Вот, сегодня я вот... Видите, доделал вот отсюда, я продлил трубу, поднял ее вверх, и вот у меня через верх будет слив в трубу идти. Низ я сейчас заглушу, точнее там я кран уже перекрыл, вот, сейчас покажу. Вот кран закрыл, сейчас сюда эту крышку накручу, все, то есть здесь закрыто. И получается вот, не обращайте внимания, это пена, когда булькает. Вот отсюда будет сливаться, все, проходить вот так через аквапонику, гидропонику, биоплата. Все в одном. Вот так будет проходить, проходить. И сюда сливаться. Да, вода сейчас вот такая вот. Была хуже, потому что я закинул биозагрузку там 3 или 4 мешка грязную. Вон, видите, грязная, да? Сейчас она уже начинает очищаться, уже светленькая такая. То есть время должно сейчас пройти небольшое. И все запустится. А что здесь еще нового? Сейчас вот сюда зайду, покажу. Вот такая приблуда, чтобы вот эта биозагрузка, она не попадала в трубу и не забивалась. Вот болты, они насквозь идут в, ну, как сказать, это вообще штука из IKEA для этого, для приборов. Помыл, поставил приборы туда. Вот, так как она не нужна, она у меня валялась в гараже, я ее решил так и сделать. И держится она очень жестко. То есть она прижата. Прижата, потому что два болта, и они в распор идут. Один тянет, другой притягивает. Один толкает, другой притягивает. Вот, можете посмотреть, как вот сколько очистилось, да? Она вся была вот такая вот черная. Вот такая вот. Все, она уже везде беленькая становится, то есть очищается. Сейчас она очистится и, соответственно, будет уже процесс очистки идти. Так, ну, это компрессор здесь как стоял, так и стоит. Я его ничего не трогал. Ну, что тут, огурцы растут, все, рыба растет, малек ест. Вот, помидоры цветут. Вон, цветут они. Все. Вот перец. Перец. Вот большой. Вот, везде перчик растет. Базилик тоже. Вон, вырос, вымахал. Земляника вот тут поднимается. Уже достаточно большая. Ну, укроп уже что-то перестал, видать, расти. Вот, так что такие вот дела. Больше пока что изменений нету. Потому что самое главное изменение это вот здесь. Потому что я уже в прошлом видео как-то рассказывал, что если электричество, как сейчас у нас отключили электричество, авария в связи с этими ветрами, дождями. Вот, отключили. И она бы просто вот так слилась через низ. Потому что там чуть-чуть она стекала, и часть был перелив через верх. Вот, кто прошлое видео, можете посмотреть. А сейчас я внизу заглушу, и, соответственно, если отключат электричество, то уровень всегда будет наверху, и просто вот, когда включат, будет также перетекать вниз и сливаться. Вот, так что такие вот дела у нас. Как будет что-то новенькие изменения, обязательно запишу новое видео. Не забывайте, как я просил, подписываться, ставить лайки, комментировать и помогать продвигать канал и мотивировать меня дальше снимать новые видео. Ну все, всем пока.